Вот он я, дядечка. Ну вот, Дмитрий, ты снова в море. Так раз от разу и станешь морского дела старателем. Будешь жить морем, и помрешь в море. Да, не помирают рыбаки в избе, не копают рыбакам могилу. Берет их себе море. Вот корабельный мастер. Будем спускать. Аль не готовы? Готовы, готовы, государь. Тебя дожидались. Корабль спускать должен великий шхипер. Тебе командовать. Подворы вон! Корабль будет Марс, и плавать тебе счастливо многие годы. Руби канат. Боцмана Сильвестра Ивлева! Ура! Чьи листы ко мне в опочивальню положены про Ливонскую землю? Взяты из посольского приказа, государь. А такого ничего полуэктова. Дядюшки твоего. Ну и что о сём думаешь? Ливонские земли от Ярослава Владимировича испокон наши, государь. Без флота, без кораблей можно те земли вернуть? А без тех земель флот иметь на Балтийском море? То-то. Надо бы на к Белому морю ехать, государь. В Архангельск. Я зимой до Онеги добрался, посмотрел поморов, суда какие они строят. Там флот. Онега. Рыбаки, небось, рыбачат всего и делов. Да и рыбаки рыбакам рознь. Вот послушай, что шкипер расскажет, как их рыболовы промышляют. Как вам известно, в океане водится
царь китов. Он вооружен роговым мечом с пилой. Подкравшись к судну, этим мечом подпиливает киль. Ум зверя таков, что он может видеть мысль человека, замышляющего зло против китов, и поэтому с ним трудно состязаться даже опытному китолову. И вот, однажды... Не верьте ему, молодцы! Он лжец, он сам пес прожился пиратом. Он плохой, я это знал, а ты все не знаешь, дурак. Уведите генерала, пусть отдохнет. Ладно, к истории твоей шкипер дослушаем в другой раз. А сейчас всем спать. Завтра маневры Переяславскому флоту. Апраксином Марсом командовать. Это абордажными солдатами командование иметь господину Ивлеву. Спать. Федор, погоди. Федор, дошло до меня, что некоторые вы книги читаете. Какие книги? Латинские, вот какие. Об чем сии книги? Ужель Васька Ржевский столь умишком скулен, что не разобрал, каковы сии книги? Что ж за книги? Коперника, Кеплера, ученых мужей. Для чего же тайна? Попов опасаемся, государь. Да и некоторых иных, дабы не смущать. Что Европе ведомо, то и нам знать надлежит. Мы держава европейская. Флот наш тому порукой станет. Так? Так, государь. А попы? Ладно, иди спать. Тебе абордажными солдатами командовать? То мне известно. Попроси Петра Алексеевича, чтоб мне с тобой быть. Чего это вдруг? Хочу Апраксину каверзу учинить, Марс на мель посадить. Есть хитрый способ. Ты к чему сие? Пусть и любезному Федору Матвеевичу перепадет от царя-батюшки. А то все нам да нам грешным, а? Ох, паксник-то яким. Воевать надо бы честно. Да кто ж без хитростей воюет-то? Возьмем Марс. Царь похвалит, раз похвалит, два похвалит, глядишь, и вотчиной наградит. Спи. На том свете отоспимся. Пока живы, об жизни надо надумать, Сильвестр. Сам о себе не подумаешь, другим не вскочит. Сладились? Да спи ты. Ладно, утро вечера мудреней. Погоду не изменить, великий шкипер, но вашей власти отменить маневры. Воевать в любую погоду способна. То истина. Пошел, скоты!
дурак старый! Вот тебе и абордаж. На весла! Сдавайтесь, Гордон! Осторожно! Берегись! Туда! 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 Куда? Черт, куда? Ну, сука, быстрее! Хватит! Али, еще воевать будем? Утопите давай, меня! Быстро. Виктории вам не будет! Лучше смерть! А, черт! Сильвестр, помнишь, давеча спрашивал тебя, можно ли без флота воевать ливонские земли? Помню, государь. Можно ли? Отвечай. Говори. Нет, нельзя. А с этим можно? Пойдешь, коли пошлю? То-то. Иди грейся. Всех, кто жив, угощать водкой. А кто помер, поминать прилично. Ну что, дурак, не послушался. Глядишь, и ладно было бы. Вот сведает Петр Алексеевич про твои добрые дела, будет тебе ладно. Не сведает Сильвестр, не такой-то человек. Буди. Я пришел выразить вам свое сочувствие, сэр. Его величество был несправедлив. За что он вас разжаловал, матросы? Это мое дело. Вы напрасно не хотите быть со мной откровенным. Я могу быть полезен. Очень полезен. Среди моих друзей при дворе есть люди с большим влиянием. Это влияние всегда можно употребить к вашей пользе. Я намерен вернуться в Россию с кораблями, набитыми товарами. Но чтобы иметь хорошую прибыль, я должен знать ваш рынок. Мне нужен верный человек здесь, в Москве. Я предлагаю вам стать таким человеком. Я царев ближний стольник, в торговых делах не сведущ. Мне необходимы сведения о царских политик. А выводы для торговли я сделаю сам. Это совсем не трудно. Раз в 2-3 месяца вы мне будете сообщать обо всем, что происходит при царском дворе. Верный человек перешлет мне ваши письма. Вот и все. Молодость нуждается в деньгах. У вас их будет много. Что вы мне скажете? Дайте обдумать ваше предложение. Хороший ответ. Где царь?
кибитку. Вон он. Ну, спится, Алексашка. На Москву пора, Петр Алексеевич. Крепость Пресбург, баталия готова. Заждались люди, закисли ожидающие. Ну что ж. Сменим Нептуна на Марсовой потехе. Полегчало? Ага. Уехал государь. Озеро наше было хорошо для детских забав Петра Алексеевича. Радовало, покуда видел в нем океан. Нынче же видит в нем лишь лужу. Понял, что море его не море, корабли не корабли. Все больше думает теперь о Белом море. Давеча, ты без памяти был. Выходя от тебя, сказал, чтобы собирались в Архангельск. Нынче? Нынче и с спехом. Тимофею Кочневу сказал, что возвращался в Архангельск и ждал его там. А как же? А флот наш, Федор? Здесь все кончено, Сильвестр. Более не стрелять нам из деревянного мушкета. Кончилась юность наша. Божьим соизволением родились мы с тобой в тяжелые времена. Долго ли проживем? Для чего жить будем? Жаль, ты не видел, как государь с Васькой Рыжевским прощался. Порадовался бы. А как прощался? Сей наушник пал Петру Алексеевичу в ноги. Просил о помиловании. Говорил, что матросская служба не для его сил. Государь сел на коня и уехал. Простит. Простит, приблизит, обласкает. Будет Васька в почете. Помянешь мое слово, Федор Матвеевич. Поживем, увидим. А тебя велен доставить в Москву, к дяде. Говорят, там у тебя названная сестра. Поедем? А? Тебе хуже не станет? Студного жара кров в жилах господина стольника чрезвычайно сгустилась. Обычно от этого умирает. Впрочем, надо молиться. Да, только русское здоровье может победить такую горячку. Здравствуй, Марья Никитишна. Ну, полно. Полно. А Апраксин где? Федор Матвеевич. В Архангельске они. И Петр Алексеевич там. В Архангельске. Зачем в Архангельске?
Не знаю. Як ты! Быть здорову! Ну, который тут болящий? Откуда ты? С моря, брат, мы, но не морские корабельщики. Чего было? Ну, чего было? Ну, чего? Фу, корабли заложили. Переславки мне чисто. А Праксин остался там воеводою. Репко взялся за корабельное дело. Про Ваську Ржевскую ведаешь? Ей не ведаешь. Да не можешь, но ни рукой не достать. Воеводу и послан в Ярославль, во как! Ну. Понял? Вот провалиться мне на этом месте. Двое воевод ныне среди нашего брата потешных. Федор Матвеевич, работник. Василий Андреевич, доносчик. Да нечего о чем толковать. Государю воля. А ну-ка давай! Жги! Эх, мама родная! Якши, ничего, молодой еще, до свадьбы заживет. Сильвеструшка великий шхипер велел проведать, не пора ли сватов засылать. Видать, пора. Готовьтесь. Ой, идет. Господи. Нечего пугаться, все ладно будет. Поздорово ли живешь, Родион Кириллович? Сватались к девице 30 с одним, а быть ей за единым за ним. У вас товар, у нас купец. Где у тебя, Родион Кириллович, голубец? По обряду, господи, по обряду, ничего не рушено, все справедливо. Никому за сватом не ухвастать. Купец у нас души доброй, силы сильной, казны у него не считано, куницы соболей не перевозить, не переносить. Рухлядишка, что и конем не объехать! Ваш товар нам люб. Люб ли вам наш? Не за отца отдать, а за молодца. Детка моя умнёшенька, придет Данёшенька, белит Белёшенька, из послушания нашего никогда не выходила. Сокола видели, братцы? Ну так будем глядеть сизую головку. Родион Кириллович, быть винной чаре. Пусть обносит. Жениху да невесте 100 лет, да вместе! В королевстве Аглицком заведен новый обычай. Чины в армии не даются за заслуги, а покупаются да за большие деньги.
Кто беден, тому и капитан до старости не дождаться. А кто богат, тот генерал получит. Шуш, раны ничего не стоят? Деньги все стоят? Тьфу. Вишни без пользы и для нас. Кто победнее, к нам в службу с охотой прибудут. Подать перо и бумагу. Будем писать. Кому по весне в Архангельск ехать? Петр Алексеевич, ты нынче не великий шкипер. Ты сват, повременил бы хоть до утра. Ну ладно. Веселитесь далее без меня. Дела ждут. Ну, свет мой русок, а самая девичья краса. Чего не воешь? Без меня свадьбы не играть. Родион Кириллович, а ты, покуда зима, собери все листы, что до морского дела касаемо, да все списки летописные. Отдай Сильвестру, пусть читает. Он у нас не глуп уродился. Море, море, все оно чудится. Как там воевода Федор Матвеевич? Быстро дненько в Архангельске. Не миновать беды. Бы покормили треклятые молельщики, то так голодными предстанем на их суд. Бежать бы. Куда? Где лучше-то? Слух идет, государь в другой раз едет. А толку? Ты и ты. Самое есть. Ну, говори! А что говорить-то? Пала буря, деда Федора вдарило камни, карбас и рассыпался. Не про деда Федора речь, про тебя непотребного! Ты в море бывал, че шумишь на меня? В море ходить, не юфти торговать. Что? Что вспомнил, злодей? Ты в чем отца игумна укорил, неучтивец? Монасий, что ж вы делаете? Кому вы суд учинили? Тем, что только сейчас из моря вынулись? Чем вы нас пугаете подземельем? Да мы смерть видали! Мало вы от нас поимели? Кто для вас струги с соленой рыбой в Москву гонит? Кто? Старцы? Отец Келарь? Плохо мы для вас старались! Придерзлив, языком востер не робок. Море робкого не пожалеет. За карбас и за снасть! Все отдашь сполна в монастырскую казну. Для того пойдешь сегодня же лоцманом на иноземные корабли. А Митрий с тобой толмачом. Проводную деньгу, что идет от корабельщиков лоцману, будешь отдавать без воровства отцу Агафоннику. А коли что сделаете худо, гнить вам в монастырской тюрьме. Живой? Живой.
Батюшка, тебе второй день поминают. А что со мной сделается? Думал, в монастырскую тюрьму, а обошлось. Поесть бы что-нибудь, а? Теперь, думаю, вовсе меня кончат треклятые. Ты, птаечка, выгнала меня вон. Зачем я тебе? Все равно Антип не отдаст за меня. Сама говоришь, он 2 дня поминает. Поминает. Не больно люб ты ему. Ведаю. Жил бы ты потише, Ванечек. Не слух я, девонька, не могу жить иначе. А по ручке что подумать забыла? Ой, Ваня, нужен мне твой поручик. Горе мое. Ну, гуляй, радость. Либо за меня, либо в девках останешься. Ишь ты каков. О, каков есть. Подлинно, что замучилась я с тобой. О, она до венца не весела. Как попа крутит, то тогда, говорит, узнаешь. Пить будешь? Доживешь, сведаешь. Купите товары мужика. Расплатитесь недельной монетой, а мужика того споймают. Монеты растопят, да в рот вольют. Бочонки не для Московии, а для торговли с теплыми странами. Я буду жаловаться. Бочонки под караул! Сторожить неотлучно. Ваш поручик Крыков, такое же наказание Божие, как давешний шторм. We have to pay 4 denges for each ruble's worth of goods which are weighed, and 1 alten for those not weighed. We've wasted 2 days at the customs while they've checked and weighed and searched everything. And at the end of all this, they humiliate us. Чего он там кукарекает? Кукарекает, что дядя обижает иноземцев. Ага, их убедишь, дождешься. Ну, он старики бавит. Антошка Лаптев в Амстердам отправился мехами торговать. Ни одной шкуры не продал. Сговорились не покупать, так и не купили. How's the health of the respected voivod? Чего? Про воеводу, здоров ли? А ты ему скажи, что я с Апраксин не родня. Ага. Его дело ушиц хлебать, а мое рыбку ловить. He is not related with Apraxin. We are fishermen and they are nobility. The sooner we see the voivod, the better for our business. Can we be first? Чего? Говорит, чем скорее увидит воеводу, тем лучше для торговли. Нельзя ли прийти первыми? Так вели парусов прибавить. Всех обскочим. If you set more sails, sir, we'll be the first. Hands on deck. Pile the mainsail. Pile the mizzen. Спроси, может, пожнем, если захочет, а? Желает, проведу наршей над конвоя. А робеть не надо. Пожнем, а? The pilot can scare them by passing some feet close to the convoy ships. Thank you.
Хипер входил в устье многих рек, но такого лосманского искусства он не видывал. Он выражает большому Ивану восхищение и приносит благодарность. Ну ты скажи ему, корабль у него добрый. Матросы расторопные. Старшего ничего подходящего. Your vessel and hands are very good, sir. And your boatsman is also skilled. Tell Big Ivan that I want him to wait. Говорит, пусть Большой Иван подождет меня и извинит, пока я съезжу к воеводе. Потом мы знатно отобедаем. Mm-hmm. Wonderful. Объясни, что тебе не велено на берег хаживать. Sir, you are not allowed to go on shore. Пусть идет. Что ж ты, дьяк, куриная твоя борода, делаешь? Поручик караула ставит, а ты по сумме берешь. А тебе какое дело-то? Дождешься, Бутагов. Здесь ли господин воевода Апраксин? Воевода нет, я жду его. О, не господина ли шкипера Уркварта имеет честь видеть? Его самого, полковник Снивин. Вижу, не забыли, как нас знакомил ваш честь, генерал. Я тронут. Мы ждем прибытия в Архангельск государя Петра Алексеевича. Будут и Лефорт, и господин Гордон, и другие друзья, которых вы, вероятно, помните. Конечно, конечно. Что государь не оставляет морские забавы? О нет, молодость настойчива даже в заблуждениях. Его величество не внимает ничьим советам. А господин воевода? Он увлечен мыслью о флоте не меньше его величества. Прошу вас. Спасибо. По всей вероятности, господин полковник чрезвычайно устал от жизни среди московитов и мечтает о возвращении в Англию. В Англии хорошо, когда у тебя есть деньги. У московитов я полковник, а там я кто? Здесь все принуждены меня слушаться. Мне платят вдвое против русского офицера. И не за горами время, когда у меня будет достаточно золота, чтобы вернуться домой и купить себе чин генерала. Пусть эти золотые, полковник, приблизят час вашего возвращения на родину. Я прошу защиты от своевольства таможенного поручика Крыкова. Что он сотворил? Дерзкий мужик. Он заподозрил, что мое фальшивое серебро предназначено для расплаты за товары здесь, в Архангельске, а серебро для других целей, клянусь вам честью. С этим дерзким поручиком не так легко сладить. Боюсь, что я не смогу вам помочь, ибо этот кошелек тощ и не накормит всех алчущих. Не от меня одного зависит исполнение законов Московии. Надеюсь, вы припугнете Крыкова. Караул я сниму. Это все, что в моих силах. Остальное зависит от вашей сообразительности. Выпейте квасу. Велено караул снять и от конфузии господина почтенного шхипера освободить. Вот те и батаги. Ты-то свое знай, а я свое без тебя справлю.
музыку для услаждения гостей. Ваш лоцман чудо. В море, в шторм. Такой помощник, сущая находка. Сей кормщик еще и богобоязнен, потому все отдает монастырю. Шхипер пужает купцов. Что один на деньги ничего брать не будет, а товар, который предлагает, они никому не нужны. Да еще грузится. Ежели не возьмут, то уйдет во свояси. Мол, кораблей у вас нет. А лето жаркое, пропадут ваши икра да семга, сало да ветчина. Не берут товара, стало быть. Нанимали гости купцы струги, а теперь как нам наши получить? Ты скажи, кормщик, что делать? Научи. Эй, кормщик! Так вот как будет. О, Господи. Ну-ка, пойдем рыбак побеседуем. Так вот, дитятко, послушай, что они создателю за грехи свои. И за какие грехи? Забыл будто. Ну, как же, потоплен карбас, грех. Потом, ну, в прошлом году еще 2 куля муки в двину уронил. Забыл? И не почтителен ты, Ваня, в Божьей церкви совсем не видно тебя. Так вот, за все это послужишь монастырю, пойдешь, но не... На золотом облаке матросом. Уж больно шкипер Урквард тобой доволен. Это заради тебя. Прежде иных монастырский товар купил. Ла-ла-ла-ла-ла. Я тебе зыркну. А не пойду я в матрос, чего я там не видел? Боешь. Как не пойдешь? Пойдешь. Ты служник монастырской, коли сказано. Делай. А не пойду. Волей не пойдешь, скрутим. Эва. Скрутим. Я человек простой, но слов своих на ветер не бросаю. Что хотите, делайте, не пойду. Ой, Ваня. И в обитель не возвернусь. Вот служил. Споймаем. Живым не дался. Ты против кого пошел, нечестивец? Ой-ой-ой! Пусти, говорю! А я тебя за это! Я твою бороду отрублю! Пусти меня! Пусти! Бежи! Бежи, дядечка! Развернусь я на Дмитрий. За все свое горькое, тяжкое, ох, развернусь. Дядя. А ты не вякай. И очами тухлыми на меня не гляди. Ой, дядечка, как бы худо не приключилось. От них-то? Наземные корабельщики со своего стола прислали. Зови тощака. Ну-ка, стол раскинь для большого сидения. До 10 ли не тряпицы, а шитой скатертью. На стол поставишь вина перегонного и кури с уксусом. Угу. Вино чтоб в штофе. Нынче заплачали когда?
Мне иноземные моряки прислали угощение. На почет я отвечаю, да не раз на раз, а поболее. Знаю, что карбас на море разбил. Заплатишь, как потрачено будет. Спасибо за добрый почин. Давайте-ка вместе посидим. Да нет, что там? Давайте-ка к столу. Please, he invites you to the table. Oh, yes, certainly. Yes. Oh, yes. Ну вот. Угощаю не в доме, потому что семьи нет. Да, и изба больно бедна. Переведи. It's not his way to serve the guest. He doesn't have the possibility to invite you to home. Ну а что же не пьете? А любить хотите? Ничего, с первого начала она так сильно указывает. На порохе настойно. Сейчас отпою вас квасом. Ну вот. Дядечка, не пей. Усатый порошка подсыпал, я видел. Oh, my darling, oh, look, look, look. Just cool down. Cool down, old rascal. You have to cool down. Just hold up. Be cool, please. Come on. Just don't. No. Is it true that on... Правда ли, что по царскому указу корабли для морского хождения строятся? Строятся? А что там строится, кто его знает? They are building something, but he doesn't know what exactly. Wow. Even across the ocean. Говорит, даже за морями знает, что царь Петр решил построить флот, а лоцман не знает. Ай, что ему задались так эти корабли? Переведи ему, Дмитрий. У кормщика своих дел выше крыши. Fire, battleship! Fire, battleship! Let me tell you something. You know, the potion that I put in his glass, all that potion makes people joyful. Говорит, веселое зелье, что он подсыпал, должно сделать ему приятное. Что ж тут приятного? Гляди, сам не свой. Синяя вещь. Now we're gone, but the ship, don't we? You will. Говорит, теперь на наш корабль, не правда ли? Еще чего. The pilot will go with me, I insist the pilot gone. Говорит, рекомендую лоцману идти на наш корабль. За него заплачены большие деньги. Чем жить в монастырской тюрьме, лучше править морское дело. Скажи, боцману Митрий негоже делает. Please don't do it, sir. Не проси! Help us, Mr. Colonel. Get him. Это было здесь. Скотт устроил целую баталию. Он сопротивлялся до последнего. Им нужна железная узда. И наказывать, чтобы боялись. Иди, Коля, сможешь, сынуля, поспешай. А подрясник ты где? Да нет, для чего он тебе? Беглый ты, ищет, поди. Пойдешь к поручику Крыкову, Афанасию Петровичу, скажешь ему так, мол, и так. Кормщик Рябов татями украден, и велен тебе, Афанасий Петрович, от бабеньки в доке за ним на иноземный корабль идти. А коль на сопротив скажет, что молвят меня ему крутое слово.
Промеж них неуряйц вышла. Девок, видишь, у нас мало. Обоим одна занадобилась. Так ты ему, Митрий, не робей, режь. Не дело, дескать, ближний в беде кидать. Да еще припомни ему, Афоньке, как бабенька его от раны вылечила. И скажи, не заносись, Афанасий Петрович, все помирать будем. И офицер помрет, и рыбак помрет, и архиерей, прости господи, помрет. Ну иди, иди, дедушка, поспешай. Ныне силой взят кормчий Крябов. Пусть его выдадут добром. Иначе шкиперу будет объявлен на конфузе, а корабль обозначен воровским. Здесь нет Рябова. Лоцман Иван действительно нанялся ко мне, но потом сбежал. Переведи. Зато серебро фальшивое, нет ему веры ни в чем. Пусть Рябова поставят здесь, перед нами. Его здесь нет. Он есть. Ваш поступок негостеприимен. Его величеству царю Петру будет принесена жалоба. Вторичный досмотр корабля незаконен. Вот коли не отыщу, пусть жалуется. А отыщу, будет ему конфузия. Где шкипер? А ну-ка, переводи, Дмитрий. Кораблю всему объявляется конфузия. У трапа ставятся наши часовые. Кормить тех часовых на деньги шкипера. И никому ни на корабль, ни с корабля. Хода нет. Вы не смеете! Иван продан нам матросом на острём, которому задолжал. Мы вернули монахам эти деньги! Спасибо тебе, Афанасий Петрович. Никогда не забуду. Без тебя бы я пропал. Может, еще и сочтемся? Да, может, и сочтемся. В самой скорости прибудет сюда его величество Петр Алексеевич. Приказано скликать всех мастеров корабельного дела. Так вот одно тебе спасение, кормчик. Дождаться его. Иначе тебя прикончат. Прикончат. А пока надо спрятать тебя до времени. Только вот где? У вас. Самое святое дело в таможенном доме, сударь. Никому и в голову не вскочит. Ну что ж, будь по-вашему. Только вместе туда не пойдем. К вечеру за дами приходите. Придем, пойдем, дядечка. Да я один туда пойду, Дмитрий. Ты со мной не ходи, понял? Аль собрался куда? Да кости заболели, покуда влежал. Похожу. Ничто обойдется. Гляди, кормчик, как бы чего антип не учинил. Пакстный мужичок, злокозненный. Больно я им по душе. Разбогател, трескает. Я гош стал, как-никак поручик. А ты кто? Ну вот, кто ты такой, чтоб на антиповой Таисии жениться? М? О чем вы с ней говорили-то? Да, все в том же. Без благословения покрутитесь. И ладно. Делай, как знаешь. Афанасий Петрович.
Бери кольцо обратно, будто и не было ничего. Как? Что, а я не люба стала? Да люба. Видать, придется мне идти из города прочь. Нет у меня здесь жизни, а что будет, кто знает. Папа надобно. Какого папа? Да тут есть, который за деньги окрутит, который ночью увозом венчают. Да ты что, Таюшка, лапушка, да в своем ли ты уме? Да нынче или завтра меня посадят в монастырскую тюрьму. Да за кого ты идти собралась? За тебя. Да мне и бежать надо. И я с тобой. Куда? Ну куда ты, туда и я. Ну а ежели споймают? Споймают, так ждать буду. Сама себе такого выбрала. Беги к Рыкову, пусть нынче же сюда идет. Он и папа найдет. Он и посторожит, пока венчать будут. Да у бабеньки золото свое возьми. Поп-то пока в руку не глянет, в алтарь-то не взойдет. Понял ли? Ну беги. Шибче беги. Увозом? Ай-яй-яй. Увозом. Дело доброе. Антип зерится, да пес с ним. А от венца-то куда поденьтесь? Не ведаю, бабенька. Сюда бы. Да отыщет ее Антип. Была бы молодость, иной отыщется. Поди на колени благословлю. Теперь иди. Чтоб жалел ее. Слышь, мужик? Отец, Сын и Святый Дух, Всесвятая и Единосущная и Живоначальная Троица, Едино Божество и Царство, да благословит вас и подаст вам долгожитие, многочадие, преспение живота и веры, и да исполнит вас всех сущих на земли благих, расподобит вас для вечных благ и восприятия, молитвами святые Богородицы и всех святых. Аминь. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое. Ну куда ж теперь, молодые? Где пировать, где меды пить? Взялись вы на мою голову. Ну, куда мне теперь с вами? Небось, Антип уже ищет. Ищет, свищет. Многие нас теперь ищут. Больно громко живешь. Вот и ищут. А ну, не отставать! Ехать далече! Опа! Стражу, покуда здесь не держим. Здесь и укройся пока. А если что новое сделается, я солдат пришлю. Есть вы в торбе довольно. Тут и вина свадебную сулю я. Может, поднесешь, Таисия Антиповна. Вовек не забуду. Слышь, Афанась Петрович. Да ладно, чего там. Сочтемся. На том свете уголь имей. Ну, прощайте, покуда. Ехать надо. Во. Пошел. О чем задумался? Чудно как-то все не верится. А ты верь. Люба я тебе жена. Женой Люба? Люба. А другие? А что другие? Другие разные там. Ну, что, мало ли что там было-то.
Ну давай, сказывай. Да ты ч? Сказывай. Ты на дыбе, наверное, и то помилосерднее. Сказывай все до самой малейшей правдочки. Соглашенная. Нет, не сказывай, лапушка. Даже если очень сильно просить буду слезно, не сказывай ничего. Сколько можешь смотреть, не моргая? До утра можешь? А ты о чем думаешь? Только о том, что люб ты мне, а более ни о чем. Это кто? Таможенный солдат. Афанасий Петрович гонца шлет.